Все-таки родной турнир, и сегодня уже канадская юная, канадская фигуристка, 16-летняя Кэтлин Осмонд, выиграла турнир одиночниц. Естественно, что все шансы у Тессы Вёрч и Скотта Мойера выиграть танцевальный. Победить в танцевальной части с Кейт Кеннеди, хотя сейчас отставание несколько сотых у Анны Капеллини и Луки Ланоты от олимпийских чемпионов. Ну вот, наверное, единственный вид, естественно, Патрик Чан там имеет все шансы у одиночников победить, хотя сейчас он на втором месте уступает Хавьеру Фернандесу. Ну а состязание спортивных пар — это как раз та часть, в которой европейцы, представляющие Германию, Алена Савченко и Робин Занко, имеют все шансы все-таки быть первыми здесь на Skate Canada. Ну, посмотрим. Осталось ждать совсем недолго. А главное, нам интересно, как они выступят и сколько им поставят. Неделю назад на Skate America Татьяна Волосожар и Максим Траньков получили за произвольность 129,29. Все это впереди. У нас с вами произвольная программа спортивных дуэтов. И сейчас на льду Пегги Лоренс и Руди Свигерс. Их параллельный прыжок. Неудачно. Мы сегодня видели как раз, как Тиффани Вайс и Дон Болдвин катаются в разную сторону. Помните, прыжки, вращения в разную сторону. Редкий случай. Ну, а это еще более редкий случай, когда и партнер, и партнерша катаются по часовой стрелке. Обычно большинство фигуристов катаются, вращаются, делают прыжки против часовой. Ну, так привычнее. А вот здесь оба спортсмена по часовой катаются, поэтому, так сказать, вся пара развернута чуть в другую сторону. Вся программа повернута не так, как привыкли. Очень эффектная, очень рискованная и очень красивая поддержка. Молодцы. Сейчас обратили внимание, ему было неудобно переступать как раз против часовой стрелки. А вот по часовой гораздо проще. Очень навороченная поддержка. По-моему, даже чересчур. Даже несколько неэстетично выглядит.
вся программа одна большая попытка. Попытка передать образ, попытка воплотить идею, сюжетную идею на льду. Попытка сделать прыжки, выбросы. Наверное, самый яркий момент всей их композиции – это в середине исполненная ими поддержка, когда партнерша отпускает руки, да, в стороны. То есть в данном случае нет позиции «рука в руке». Потом идет смена рук, очень хороший сход с поддержки. Вот это выглядело действительно эффектно. «22 года Пегги», а Руди Свиггерс, который родился аж в Южной Африке, в Южноафриканской Республике. Буквально через несколько дней исполнится 25. Когда он был совсем маленьким, семья переехала в Канаду. И уже здесь, в Канаде, он пошел в секцию фигурного катания. Еще такое ощущение создается, как будто пара не скатана, то есть чуть-чуть сырые элементы, сырые связки между элементами. Поэтому все это разваливается, вся программа разваливается. Вот сейчас это тоже был такой момент, она не дошла до него, ему было очень непросто ее на себя вытаскивать. Но, кстати, ведь он справился, он вытащил, в отличие от Дона Болдена. Программа распадается на отдельные куски, и каждый элемент, он как такой зуб, зачастую кривой, торчит каким-то своим мелким грешком. Хотя они катаются вместе уже четвертый сезон. Начинали в 2009. Вот затем, в прошлом, позапрошлом году, были бронзовыми призерами чемпионата Канады. Выступали на турнире четырех континентов, также дважды. Первый раз дебютный был удачный, третье место заняли, в прошлом году седьмые. Патрисия Холл слева и Линден Джонстон. Вот, поскольку турнир проходит в Канаде, здесь канадские наставники практически в полном составе представлены перед родной публикой. У нас сейчас, дорогие друзья, итак, с суммой 149 баллов и 37 сотых у нас сейчас лидируют Дарья Попова и Бруно Массот. Понятное дело, что так они останутся первыми. Хотя канадцы после короткой программы опережали французов, но... А, нет, я прошу прощения. 158 баллов и 33 сотых они получают.